очень нравится, очень много новых упражнений. Мы очень привыкли к тренировкам с нашими тренерами, с Ольгой Эрнестовной, с Татьяной Игоревной. Поэтому они говорят одно слово, и мы уже понимаем, что мы будем делать, уже становимся по своим местам. Получился праздник. Команда ближе к нам, взрослая. Наша главная задача – готовить игроков в команду Суперлиги. И, конечно, для них это очень важный вот фактор, что тренер Суперлиги пришел, показал, поделился своим опытом. Это нового очень много. И, в принципе, с хорошим настроением, надеюсь, после таких вот игр и тренировок, они потом будут сражаться дальше.